Всем привет, меня зовут Лололошка. Надеюсь, никто из вас не играет вместе с этим долбоебом. Земля ему пухом, блядь. Блядь, чудовище ебаное. Пиздец, они прибежали все. Ладно, я люблю трудности. Я не знаю, как я это сделал. Как можно такими раулями на берку так быть? Они вообще соображают, что они делают? Я хочу жить. Боже, это беркуты. Лонг. Здорово. Здорово. Привет. Оп. Привет. Всем привет, меня зовут Лололошка, ну или Роман Стеченко. Они МИД смотрели, скорее всего, Б. А я не смотрю МИД, а скорее всего это Б. А, нет, вон это Б генератор. Зелёный, как у тебя дела? Зелёный, как дела? Так, мут нахуй. Жалко получать муту такой перчетной личности, как зелёный, ребята. Оранжевый, как у тебя дела? Надеюсь, никто из вас не играет вместе с этим долбоёбом. Нет. Слава богу. Давайте его потом подскажем. Ах, земля ему пухом, блядь. Малолетка, блядь. Сам малолетка. Ласт 4 хп. Бомба здесь. Чел верхний, с авиком. Зарежь. Да ебать, за шо нахуй? Дебил, блядь. Блядь, чудовище ёбана. Где они там? Два сайт. И чё, сайт? Минус 40 он. Он вроде калёный. 5. Хорош. Класс с патронами. О, это было жестко. Че, выиграть хотите эту хуйню? Да, было бы неплохо. Это, блять, пиздец полностью. Вы... Говорит, бирку. Давай. Пацаны, тягивайтесь. На СБ. Подожди, напишите на Б. Попишите на А. На А зашел уже, все. Джон. Да я бомба вообще. Знаете, нету. Это что за флешки? Пиздец, они прибежали все. Флешки лучше. Помоги, хелп. Пиздец, ебанутся, блядь. Ладно, спасибо за игру. Долбоёбы в тиме бывают. Это про меня. So is. GG, guys, thank you for game. GG. Спасибо. Нормуль. Эти пацаны, я с этими пацанами играл. Алло. Зашел мне к ним. Они жесткие. Бро, don't block, окей, don't, no block, no. Нормально. Пойдет. Бета раньше русский. Да, я русский. Что ты говоришь? Я русский говорю, русский. Да, блядь, тебя ник русский. Mm. Я говорю, ебать, ты жесткий говорю. Да вообще. Русский значит трезвый или нет? Что? Русский значит трезвый? Нет. Все понятно. Просто я не русский. Ёбаный в рот, да как так-то, а?
Что они такие дебилы? Зачем они туда выходят? В окно, ну вот зачем выходить в окно? Так это нормальная позиция. Ну так, ты в жизни выходишь в окно? Давай. Справа зеленый. Тебе ночью не пылись, трое вышло, трое вышло. Ой, хорошо. Ой-ой. Спасибо. Бенучий просто красава, блин. Уже нету. Да ты что, охуел, блядь, сука? Вот это я просто подловил, типа. Это дичь. Это эйс. Я попал. Ладно, я люблю трудности. Всем привет, меня зовут Руслан, я мазохист. Шорт запушил, шорт запушил. Че вы делаете? Фиолетовый, да? Что ты там делаешь? Не обегел у КП, брат. Слева, шорт слева, 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 под стенкой. Лучший, брат. Я не знаю, как я это сделал. Объясните мне, как я на беркутах иду. Это. Не, ну ладно, это не беркут, это бигстары. Как я на беркутах? Ой, тю, блин, на бигстарах иду 14-8. Единственный в катке. Вообще. Я один из лучших. Вообще я лучший, алло, в этой катке. Камон. Я калаш с камень. Шо такое? Такими раулями на беркута быть. Они вообще соображают, что они делают? Только не это. Я хочу жить. И играть. Желательно. А лучше и жить, и играть. Боже. Фу. Та. Один хав. Зашел. Т.
Да ну алло, ты вообще адекватное чмо или нет? Боже, это беркуты. Вот я сейчас не понимаю, я отыграл. Ну типа, в принципе, мы отыграли все нормально. Но я отыграл лучше, потому что, во-первых, у меня КД больше. И, в принципе, давал импакта больше. Но почему они беркуты, а я калашников?